Sorry. Psych. И мир вам, друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, и у меня две большие крупные новости. Это в основном касается тиктокеров, ну и меня тоже в том числе. Давайте, наверное, зайдем в игру. Первая новость. В ближайшее время, наверное, даже в ближайшие дни, может быть, неделю, состоится крупный анонс битвы тиктокеров. Вы же знаете, что я раньше делал битвы ютуберов, битвы гильдий, битвы сквадов, одни из самых топовых турниров с оформлением, все это классно, качественно, контент просто... То есть самые просматриваемые битвы ютуберов были и, ну, есть, всегда будут у меня, это всегда так было. Вот, и почему бы не сделать, как вы знаете, я в основном уже как, наверное, месяцев 8 вклад делаю в ТикТок, у меня там около 10 каналов, наверное, скоро будет уже, и на каждом там под миллион подписчиков, там вообще просто жесть. Кто знает, то знает, ну ладно. Вот, и нужно... порадовать наших тиктокеров, сделать офигенную битву для них. В общем, анонс будет очень скоро. Естественно, призы будут тоже, оформление будет офигенное, условия для участия будут вот такие. В общем, готовьтесь, болейте за своих тиктокеров, те, кто в тиктоке сидит, просто респект вам. Тикток — это огонь, это топово. Так что ожидайте, это скоро будет. Но вы думаете, это все? Вы думаете, это все? Ребят, как вы знаете, у меня была гильдия без почки. Задумка была сложная, и реализовать ее во Free Fire было очень сложно. И, к сожалению, я не то что не справился, то что, ну, у нас реально аудитория не та для того, чтобы создавать такую гильдию. В основном она была для донатеров. Что в итоге мы предприняли? У нас был месяц на то, чтобы переработать гильдию, а я хочу заниматься гильдией. Короче... что можно с этим было сделать? Было много разных вариантов. Естественно, сразу СНС говно убираем, это помойка. ПКшники тоже помойка. Все дела. Нужно было что-то реально индивидуальное придумать. И мы приняли решение сделать гильдию чисто для тиктокеров. Если вы создатель контента, качественного контента, то вам к нам. У нас уже в гильдии одни из самых топовых тиктокеров в СНГ. То есть я, алло, привет. Найт, это мой офицер. Он, конечно, топовый. Сейчас ты такой изменишь, типа самый топовый, да? Найт — это мой офицер. Собственно, у него не так много подписчиков, но он мне очень сильно помогает. Агент — самый топовый, самый лучший донатер во Free Fire. Все это и так знают. Окей, дальше у нас Диа ТикТок, популярный тиктокер. Стат ТикТок, опять же, тоже популярный тиктокер. Чип ТикТок, тоже. Папаша ТТ, здесь же он на месте. Дальше Гром ТикТок и Гвизов. Да, все они у нас уже в гильдии. Это далеко, это только начало. Если чтобы вы понимали, они вступили до того, как я вообще думал, что нужно как-то анонсировать, сделать это как-то красиво. Вот, поэтому, ребятки, если кто-то из вас хочет вступить ко мне в гильдию, создавать классный контент вместе с нами, играть вместе с нами, то добро пожаловать к нам, давайте вступайте, буду стараться с вами играть. Я, конечно, не так много играю, но буду стараться, и другие ребята тоже. И вместе вы будете создавать контент, это будет намного круче, качественнее, и это, мне кажется, круто, когда есть дружная команда, которая будет продвигаться дальше в ТикТоке, в Ютубе и в других социальных сетях. Это классно, это круто. Какие требования для того, чтобы вступить, и как это нужно сделать, чтобы вступить? Первое, погнали, быть тиктокером. Па-пам. Короче, давайте, первое, это быть тиктокером и иметь от 25 тысяч подписчиков на канале в ТикТок. Далее, собственно, обязательно нужно играть, потому что есть тиктокеры, которые не играют. Ну, не я, конечно, но я играю хотя бы немного. Вот, ладно. Дальше, выпускать ролики хотя бы минимум 3 раза в неделю. Алло. Стараться играть с нашими ребятами, это будет вообще мега офигенно. Имейте возможность поставить приставку, либо, ну, если вы ютубер, либо если вы тиктокер. Хорошо, далее. Что у нас далее?
ваш контент не должен иметь какие-то конфликтные темы, не должен быть оскорбительным и так далее. То есть просто лайтовый, собственно, контент по Free Fire, и чтобы вы там развивались и так далее. Ну и, собственно, не иметь там на канале читов, вот всякого такого, читы, можно читы, алло. Собственно, такого не должно быть. Все. Легко и просто. Поэтому, ребят, если вы хотите еще раз сфлексить вместе с нами, TikTok Flex, 3x, чик-чик-чик, все дела. Ну и как подать заявочку, алло? Ну, до меня, вы же понимаете, ну, сложно дописаться до меня, да, до меня сложно дописаться, но если можете, старайтесь как-то связаться со мной, через других тиктокеров можно, в принципе. Но в основном вы можете подать заявку у моего офицера. Ссылочка есть в описании, все написано в описании. А это чувак Найт. Найт, привет, респект, здорово, брат, как дела, как жизнь, братуха? Вот, и пишите хэштег «флекс». И скидывайте, собственно, свой ТикТок. Вы с ним связываетесь, он с вами связывается, и у вас происходит диалог, он принимает решение, принимать вас или нет, и вы, собственно, в нашей команде флекс тиктокеров. Фу-фу-фу. Это делаю. В общем, все, ждем вас в TikTok Flex Party, в TikTok Flex. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Жду вас в своей гильдии. И ждите турнир тиктокеров по Free Fire. Я бой. Все, он с вами связывается, вы с ним связываетесь, у вас там половые отношения, все контакты. В TikTok Flex 3x. Идите даун. Три раза в неделю. Выкладывать минимум 3 раза в неделю ТикТоки в ТикТок, собственно. Я думал. Simple Dimple, pop it squish. Блин, это уже за заражение мозга пошло. Этот Simple Dimple, ладно, ТикТок топ. Yeah.